2013 у нас на очереди Novation. Новинка, которую многие спрашивали, многие ждали, это Novation Launch Key. Выполнен в трех вариантах: 25 клавиш, 49 клавиш и также на 61 клавишу. В современном мире многие музыкальные производители гонятся за тем, как же превратить ваш замечательный iPad в рабочую станцию музыкальную. Компания Novation не исключение. Вот. Сейчас я вам все покажу и расскажу. На примере Novation Launch Key 49. MIDI-клавиатура, она не тяжелая, достаточно качественные компонентные материалы, приятная на ощупь, чем-то она напоминает SL, вторую клавиатурку. Но надо щупать, это все субъективно. Launch Key идет в комплекте вместе с приложением для iPad. Novation Launch Key работает прекрасно, все интегрируется, подключается через стандартный всем известный Camera Connection Kit. Вот, работает, можно выбрать много всяких пресетов. Замечательный новый синт, достаточно неплохо звучит, несмотря на то, что это все-таки прибор для iPad, полупрофессиональный музыкальный. Но я думаю, в сценической деятельности будет очень полезным. Пойдем дальше про MIDI-клавиатуру. Что она имеет в составе? Два колеса pitch, переключение октав, дисплей, кнопочка MIDI-канала. Очень полезно, если вы нажмете ее, вы перейдете сразу автоматически в другое приложение, которое, собственно говоря, называется Launchpad. Вот, где с помощью падового контроллера, надо отметить отдельно эту секцию на MIDI-клавиатуре. Все знают прекрасно хороший контроллер Novation Launchpad, такой квадратненький, весь цветной. В данном случае он интегрирован сюда, вот, и вы без проблем получаете и клавишные регулировку звука и падовую. С помощью кнопочки Track, выбор MIDI-канала, вы между приложениями переключаетесь, и более того, они работают одновременно. Можно запустить что-то здесь, какой-то бит, вот, переключиться в синтезатор и играть сверху. То есть тем самым вы получаете такую как бы самоиграйку, вот, замечательную для сценических выступлений, полезно для диджеев, для людей, которые на сцене творят шоу. Следующая секция – это регулировка. Ну, тут все понятно, в любом виртуальном синтезаторе вы можете построить все, что как вы хотите. Здесь переключение режима работы падов, то есть различные, то есть или вы сэмплы какие-то запускаете, или играете звуками, или используете, ну, диджей-настройки, вот, которые имитируют то, что происходит в диджей-контроллерах. В правой части у нас контроль за записью, за воспроизведением звука. Все MIDI-контроллеры, что на 61, что на 49, на 25 клавиш, обладают практически одинаковым набором регуляторов. Единственное, на 25 нет фейдеров, вот, ну, по причине того, что она просто маленькая. А так 49 и 61 клавиша, в принципе, все то же самое. Клавиатуры выглядят хорошо. Думаю, будет полезно для всех. Скоро появится в продаже в наших магазинах Music Mag. Пока-пока.